Red 4. Не, нету гена, ну. Вот. Red Forest, бля, а как там? Во-во-во-во-во-во, нашел. А, там Red Country была в Сан-Андресе. Кстати, мы давно в сугробах не лазили в этой карте, блядь, альпийской на. А раньше ее... Майер, сука. Отлично, нахуй. Живем. Я и у меня кошки нету. Блять, он идет. Блять, он в трусах. В смысле, в чем он? Не в трусах, а в этой, в халате в каком-то ебаном. Какой-то неправильный Майерс, нахуй. Полуголый. Осуждаю. Осуждаю полуголого Майерса. Не-не-не, Майерс, ты меня так это... Сбежала. Бля, он за мной чешет, нахуй, сука. Я подумал, что там голый, нет. А-а-а! Пошел вон, противный! От сука! Не включает фазу. Ну хули, дал мне хитаря и доволен, блядь. А куда он делся-то вообще? Странно, что-то он за мной не погнал. Не хитарь, ну... По очереди он, короче, хитует. Неправильный Майерс. Из психушки сбежал. Весь вот звездец. Так. Так, мы починим генератор. Хорошо. Так, я не понял, он на этом... умелец, походу. Так, где-то я. Я, короче, сижу просто в самом конченном месте на карте, на балконе, нахуй. Тут с половины карты можно насасывать, нахуй. Ага. Идет. Вижу. Руин. Да ладно, как ты ногами меня ударил, что ли, ублюдок? Он мне на голову встал и дал хит. Ну, это подвал, походу. На этой карте руин найти, это же жопа. Блин, я никогда не видел такой Майер, голову Майерса, нахуй. Это, да, это зашквар. Юрка бы оценила, наверное. Как же нам сейчас плохо без нее. Да, она бы сейчас пошла и бы сняла бы руин. А там кто-то чистит, а там я вижу, блядь. Так, ребят, вы там, конечно, все очень здорово заняты, но я как бы в подвале, как бы я умираю. Ну сейчас погодь, надо это. Сейчас. Ага. Так, рандомщина, так можно. Жопа так, какая. А где серый? Он бежит от Майерса. Ну тогда сейчас я тогда. Серег, берегись, Серег, он ногами хиты раздает, если что, ты там смотри. А вот, нашел. Давай, так успел. Так, давай свалим с подвала и полечимся где-нибудь. С Майерсом шутки плохи. Так, надо уходить куда-нибудь вот сюда. Давай, вот сюда и будем хиляться. Стой, вот стой. Там вот сюда. Угу. А так, там побежал рандомно. Любит там. Так, он где-то рядом. Блять, чувствует. Валим. За мной, да? Сейчас. Блять, неизвестно, где он, сука. Где он? Так, это блядь, обычный. Где он? Вот я тебя слышу звук террора, а вот он. Ебать, он в шортах. В каких шортах это? Труд, блять, как это? А, нет, это не шорт, это... Блядь, платье это, как он называется, больничное какое-то. Ну, больничный койки. Блин. Пипец, блин. Я подумал, в трусах нет, он в каком-то халате, блин. Барбекюшки, кстати, нету. О, свели, молодцы. Сука! Доли секунды, не хватило выхилиться. В крюках нету пидорского флага, здесь нету. Слава Богу, не надо. А, не, у него трусы есть, кстати, он у него развивается этот плащ, там какие-то у него... Зачем сюда?
Идем сюда. Да. Труканы у него там модные. Перегруппируем. Сука. Майя в труханах, это ж надо было. Я? Кто вообще придумал эту штуку ему? Так, перти. Ну ладно. А почему это? Это обычно, да? Нашел руин. Так, вот так делаем. Он прочекал, не увидит. А он не увидит, он слепой, блин. Правильно, что у Гена не чинились. У него, кстати, наверное, это... Слышите, чуваки, у него стоит это... Глаз не урсы, потому что он меня за стенкой увидел, когда я лечился. Вот это тэмэдж. Я сломал. А, ну молодец. Так, надо найти. О, у нас один ген остался всего-то. Вон тот. Здесь палетка сброшена вверху. Я понял. Я ломал стекло. Давай, Серег. Сделаем это быстро. И четко. Они видели нас при смерти. Ага. Угу. Зато Мигель руин нашел, да, все. Я свое дело сделал, я отец, нахуй, да. Я... А вот хотя мы под руинам затащили три гена. Ну, скотина. Ну, блядь, села. Ух, ё-моё, с трусами бежит! Майер с трусами. Бежит, блядь, не надо. Сука, мемный Майер, нахуй. Сука. Не-не-не-не-не. Нет. Что? Да ладно, откуда ты... А как он без Теврора выскочил откуда-то, блядь? Он же с Захаром шел. Не, ну это наглый какой-то. Его умелец. Его сумели. Он может тушить, да. Ну какой-то наглый этот Макс. Как мне не хватает стояка сейчас, блядь. Играл бы я за деда, я бы встал и снял Захара, нахуй. А так я просто... И на второй стадии, главное, он третью даже не набирает. Я еще валяюсь пока. Просто пиздец. Найди помощь. Принесите мне помощь, пожалуйста, я вылечился. Бля, я не могу приносить помощь, потому что я при смерти, нахрен. Мазила ебаная. Так, я отсюда сползу, нахуй, вот пожалуй, куда-нибудь в сторону, блядь, пока он меня не поднял. Поздно. Все, я вылетаю, чуваки. Я не умру. Так, всего хорошо. Да, точно у него этот... Как его называть? Так, главное, чтобы он на мою сторону, главное, не пошел. Ну все, умрем. Кому там? Блять, обидно, сука, один ген нахуй. Или под руином три гена дать и всрать на все. Тихо. Сера, быстро. Блять. Сука, Захар, ты живой? Да, я живой. Я думал, ты все. Блять, он идет! Нет! Он идет! Сука, он идет! Блять! Сейчас наед будешь. Я бы поржал. Он слепой, блядь. Так. Захар, открывай ворота, пока Серега там что Серега делает. Хупу. Спаси Клоду. Не понял, ауру вижу. А, потому что Клода висит. Захар, он за тобой пошел. Блядь, он идет за мной, сука. Нет. Захарчик. Блядь, он, сука, пидорас конченый. Ну ты пид... Ну, блядь. Ёбаем нахуй. Сука, ну что? Нет. Не получается. Где ворота? Сука, голым. Блядь. Беги, Серый, беги. Серёг, давай, на тебя вся надежда. Ты должен выжить, нахуй. Блядь. Ну я-то хоть-то дал-то... Последний ген, но все равно. Я сломал руин, Захар дал ген, нахуй. Все, Серег, мы все для тебя сделали, чтобы ты спасся. А, тут ворота вообще не открыты ни капельки. Тихо. Так. Он сзади, Серег, он сзади! Он там с усами же говорил. Оу май. Бля, у меня, короче, камера прям ему под жопу закрутилась, то есть я прям его труханы рассмотрел. Сука. Обосранный. Конченый.
Да ладно, а ее-то откуда? Падла, она ползала, весь матч ползала, зачем она сейчас выползала нахуй? Бля, для кого я чинил последний ген? Это пиздец, это просто пиздец. Я чинил. Не, ну голый, Это знаешь, это же не Хэллоуин, а какое-то очень страшное кино, блядь. Просто весь матч ржали нахуй над его прикидом. Ну чё, доржались нахуй. Зато заработало, то хорошо, ну зато просрал ящик, ну и хрень, ничего страшного. Ну зато у меня 42-й уровень. Я еле-еле в ноль отыграл, блин. Это все Майкс в трусах. Я говорил, у него глаз не рсы. У меня довольно так много очков, в принципе. 14 тысяч. Да, а я вообще днище ебаная, нахуй. Ну, потому что у меня как-то это, он меня прям блайтил, сука, контрил меня весь матч, нахуй. Блять, давно я так не смеялся в ДБД, это пиздец, нахуй. Чтобы в ДБД так угорать, это надо было встретить Майерса в трусах. Иначе никак, просто не работает. Так и назовем видео. Майерс в трусах. Да, Майерс в труханах. Ну и так даже. Сука, я не могу. Надо ему лайк поставить. Просто за прикид. Юля, кстати, здесь. Фу, бля. Слушал это все это. Мать, вот так, блядь. Ой-ой. Он решил воздухом подышать, там проветрить. Мудя свои. Он там решил проветрить свои эти. Жесть. Ладно, я сыграю с вами пару игр.